Всем здорово, с вами Иван Строгих. Сегодня на Рождество добавили автомобиль BMW M4 Liberty Valk. Или Valk? Вал. Вали. Ну ладно. Что-то меня сегодня плет немножечко опять. На прокачке автомобиля стоит 250 баксов, 360 тысяч рублей. Не знаю, почему он 450 баксов стоит и 1,5 миллиона. Ну, 1,5 миллиона, само собой понятно. BMW, по сути, дорогие. О, уже 50 штучек осталось. Максимальная характеристика автомобиля. Максимальный крутящий момент 993 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент 1190 ньютон на метр. И вес 1240 килограмм. Конечно, автомобильчик настроил под себя. Даже, как видите, он даже чуть повыше. Опа! Выше стал. Короче, автомобильчик настроил под себя. На третьей передаче он автомобильчик едет как... скажу. Как Nissan Civic вес 15 в кузове РБ. А вот на четвертой передаче едет как Nissan Civic Old. Ну, действительно, вот такое вот управление очень похоже. А, конечно, на пятом треке я набрал 31993 очка. Кто не верит, конечно, могу скинуть вам скрин. Я даже специально на компьютере его сохранил. Естественно, как всегда, появятся такие стебальщики, которые... Ну да, немножечко матом получилось как-то. Ну, короче, которые оскорбляют всех тех, кто едет чуть хуже, чем они. Есть такие даже отдельные лица, которые возомнили себя, как они себя там называют. Точнее, даже пока что он, другие себя так не показывают. Причем на других тыкают пальцем, то что якобы такая штука, как мания величия. Сейчас, подождите, я вспомню. О, вспомнил. Некоторые люди себя тут в игре называют избранными. Избраны только тем, что они могут часто находиться в игре и поддерживать себя, улучшать. Я за компьютером вообще почти не бываю. Несмотря на то, что он у меня всегда включен. Ну, как я уже не раз писал, если я в онлайне, значит, что я за компьютером. И не надо стебаться по поводу моего компьютера. И то, что я плохо сейчас катаю. Еще хуже с такими лагами. Ой, что-то я вообще куда-то не туда, наверное, поехал. Сейчас, конечно, заездик доеду и проедусь с бандикамом на паузе. То что-то тут вообще ползу. Так, ставим паузу. Сейчас от того свой личный рекорд набрал на 3 очка больше. Не знаю, сейчас ехать, не ехать этот 12-й трек. Потому что включен бандикам намного хуже лагает. Ну и кстати, на первом треке тоже так неплохо держится. Потом попробую еще поднастроить. Кстати, если что, то на Nissan Civic S15, которая кузов RB, на нее идет две КПП. Одна такая, что автомобиль очень плавный, а вторая чуть-чуть порезвее. И одно из двух, либо музыка перестала играть, либо я просто ее не слышу. Не, играет. Видимо, я просто слишком сильно убавил звук.